Друзья, вот некоторые люди пишут в комментариях: Юрий Николаевич, вы в этом ролике говорите бла-бла-бла, сплошная вода. Вы вроде бы обещали какие-то марафоны, а сплошная вода. Друзья, во-первых, вот, например, в Инстаграме за минуту надо что сделать? Рассказать обо всем марафоне? Нет. Я могу его только презентовать. А сам марафон вы можете посмотреть у меня на канале. Посмотреть, что я про марафон пишу ВКонтакте. Поэтому, друзья мои, не будем теми слепцами, которые пощупали слона за хобот, за хвост и говорят: я знаю, как выглядит слон. Друзья мои, вы не знаете, как выглядит мой канал, потому что вы на него не подписались. А на моем канале 2500 роликов, очень интересных, авторских. Переходите на мой канал, я вас жду.